Российские БМПТ-терминатор могут отправиться на войну в Сирию. Сухопутные войска РФ начали принимать на вооружение боевые машины поддержки танков БМПТ-терминатор корпорации «Уралвагонзавод». Я боюсь спросить, что они склепали им на этот раз после танка «Срамота». «Терминатор» — это новая российская концепция боевой машины, которая может поддерживать танки в бою против пехоты в труднопроходимой местности, используя комбинацию скорострельных крупнокалиберных пулеметов и управляемых ракет. Российская армия пока закупает эти машины в небольшом количестве, чтобы позднее усовершенствовать концепцию и обеспечить себе экспортные заказы. Первая партия уже передана военным, сообщили представители Уралвагонзавода информационному агентству ТАСС. БМПТ – это уникальный бронеавтомобиль, построенный на базе шасси танка Т-72 или Т-90, он же «Ночная бабочка», но без 125 мм пушки. Вместо нее машина вооружена двумя автопушками калибра 30 мм, крупнокалиберным курсовым пулеметом и противотанковыми ракетами «Атака-Т». По данным ТАСС, техника предназначена для обеспечения огневой поддержки бронетанковых войск в наступлении. «Терминатор» необходим для подавления огневых точек и уничтожения живой силы противника, вооруженной переносными противотанковыми установками. У российских военных пока нет явной потребности в такой машине, как «Терминатор», которая имеет обширный арсенал, поэтому первоначальные заказы будут небольшими. Однако ситуация может разительно поменяться, и БМПТ может стать очень популярным на экспортном рынке, особенно в странах, которым придется противостоять повстанцам в труднопроходимой местности. Короче говоря, после дружного удара в Сирии от США, Франции и Великобритании Россия обделалась по полной и поняла, раз мультики не работают, то может на технику с грозным названием клюнут. В более широком смысле, российская армия экспериментирует с концепцией «Терминатора», поскольку она выглядит многообещающей и может в корне изменить то, как бронетехника используется на поле боя. Вполне вероятно, что новая машина отправится в Сирию для боевых испытаний. Если «Терминатор» окажется успешным, он может значительно изменить способ ведения современной войны. Ага, бурят, как я рад. Как будто от крутого названия суть этого железного гроба изменится.